Дорогой, они могут услышать тебя и через потолок. Ну и хорошо. Каждый раз, как навещаем Дженнифер, видим этих обормотов. Я прекрасно знаю, ты этого не любишь. А знаешь, что еще? Те ребята на третьем. Они там как будто мертвых воскрешают. Кстати, о мертвых. Я слышал на улице. Боже, когда она уже отсюда сидит? Ты меня слушаешь? Ты должна меня слушать. Да, прости, милый. Делайте ставки и надейтесь на удачу. Дело не в удаче, Эйдерин. Это точно, приятель. Вспомните слова, когда в итоге останешься у разбитого корыта. Ну, какой-то элемент случайности всегда есть. Обучишь своим приемчикам? Тогда я не смогу отбирать у тебя деньги на завтрак. Ну, играешь, нет? Самый худший в жизни день рождения. Ты о чем? Пиво есть, телек тоже. Чего еще надо? Не знаю. Может, веселье? Ну, можно съездить в Бостон. В Бостон? Ну, да. Это неплохая мысль. А ты прав. Ну, ладно. Все равно от дня рождения осталось несколько часов. И опять наступят будни. Так, народ, к месту преступления не подходим. Что здесь произошло? Как раз это мы сейчас выясняем. Расходитесь, не мешайте работать. Неизвестно, чем все это закончится. Убийца остается загадкой для полиции и угрозой моей семье. Если бы только я могла уберечь Джови, я бы пошла ради этого на что угодно, даже на полный разрыв отношений. Только бы это ее спасло.